Так, сейчас мы настроим с вами доставку и оплату, поля и промокоды. У нас варианты доставка курьером по городу, срочная доставка по городу, самовывоз из магазина, транспортный по, с компаниями Почта России и в Постаматы. Итак, давайте мы переходим в консоль. Здесь у нас WooCommerce, настройки, доставка. И нам нужно создать зону доставки. Зона доставки не делится по городам, они делятся по странам. Добавить зону доставки. Так, еще раз. Россия. Россия. Сохранить изменения. Теперь добавляем метод доставки. И тут можно, во-первых, давайте самовывоз добавим. Добавим также бесплатную доставку. И дальше все платные доставки, это единая ставка. Единая ставка, раз это будет у нас курьером, срочная курьером, потом это будет доставка Почты России, транспортными компаниями, в Постаматы. Так, все вроде. Ну, поехали. И теперь нужно редактировать. Самовывоз наводим. Изменить. Самовывоз из магазина. Неналогооблагаемый. 0 ставим, так как 0 рублей у нас. Так. Бесплатная доставка. Изменить. Требования выбираем. Сумма минимального заказа. Можно любые условия выбрать, но я выбираю всегда сумма минимального заказа. Там от 5000 рублей. Можете учитывать скидку, не учитывать. Сохранить изменения. Единая ставка изменить. Доставка курьером. Неналогооблагаемый. Стоимость 300 рублей. Сохранить изменения. И дальше единая ставка, срочная, я доставка курьера, нет, 600 рублей, сохранить изменения, изменить следующую, Почта России, нет, 300 рублей. Кстати говоря, там надо уменьшить название сейчас. Без слова доставка просто. Вот здесь доставка курьером, просто курьером. Изменить. Срочная. Курьером. Вот так. Дальше. Транспортными компаниями. Нет. Пусть будет 700 рублей. Постаматы. Пусть будет 200 рублей. Так вот, сохранить изменения. Все. Там вы можете именно подключать плагины таких транспортных компаний, как СДЭК, но за такой плагин нужно платить, плюс нужно заключать договор с транспортными компаниями. И то есть у вас должно быть оформлено ООО или ИП. Это очень важно. Кстати, тут все автоматически сохраняется. Теперь в платежи. Платежи. У нас платежи наличными курьерами, наложенный платеж. Ну, по факту наличка и картой. Включаем прямой банковский перевод и оплату при доставке. Заходим в оплату при доставке. Здесь наложенный платеж. Пишу. Я пишу. Копируем. Это будет в описании, при выборе методов, это будет на страничке благодарности. Выбрать способ доставки, теперь нужно выбрать способ доставки, для которого применяются эти способы оплаты. Ваши методы доставки начинаются с названия вашей зоны, то есть Россия. Остальные все шаблоны мы не выбираем. Выбираем курьером действует. Срочная курьером действует. И в том случае, когда вы выбираете эти способы доставки, они у вас отмечаются серым цветом. Вы можете, кликнув по ним убрать их отсюда, либо по крестику кликнув. Почта России, транспортными компаниями, в Постаматы. Но в Постаматы нельзя. Так. И бесплатная доставка. Вот. Все. Сохранить изменения.
Выходим назад. Прямой банковский перевод. Безналичная. Авансовая оплата. Оплату нужно направить на наш банковский, на наши, по нашим реквизитам. Заказ будет отправлен после поступления средств на счет. Здесь банковская карта, номер счета, допустим, название банка Сбербанк, там БИК такой, добавить аккаунт. Это для добавления следующих реквизитов. Это расчетный счет. Так вот. Так, Сбербанк России, допустим, и ННН, да, Сбер, ну, БИК, вернее, банка, да, допустим, можем поставить. И Яндекс кошелек, да, Яндекс деньги. Вот. Для удаления какого-то удаляем. Можете кликнуть кнопку удалить. Тут все просто, поэтому я так быстренько показываю. Сохранить. Теперь нам нужно настроить поля. Для этого понадобится плагин. Плагины. Добавить новый. Здесь просто нужно на английской раскладке ввести Safari. Вот этот плагин установить. Активировать. Так, здесь, значит, WooCommerce. Safari, WooCommerce Lite. В общем, в верхней поле есть верхняя часть, есть нижняя часть. Нижняя часть отвечает за, вот эта нижняя часть отвечает за реквизиты доставки. Обязательно любое поле из нижней части должно быть в верхней части. Но не любое поле из верхней части должно быть в нижней части. Поля можно удалять и менять. Давайте поудаляем. Так. First name, фамилию, имя оставляем, название компании удаляем, регион оставляем, улицу оставляем, дом оставляем, город оставляем, область оставляем, это индекс оставляем, телефон, e-mail. Теперь нужно их поменять местами. Смотрите. Имя, фамилия, имя, регион, получается улица, дом, город над улицей, то есть наводим на нее курсор мыши на поле, зажимаем левый курсор мыши и переносим, то есть голубенькая, бирюзовая такая, окрашивается в такую бирюзовую, бирюзовый цвет и переносим. Здесь то же самое, это все оставляем, компанию удаляем, регион, улица, регион над городом, давайте индекс над городом. Если вы что-то удалили, не то, то восстановить поля можно по умолчанию, если все в норме, то сохранить. Давайте сделаем так. Вот этот country регион удаляем. И здесь также country регион удаляем. Все. Сохранить. Значит, это мы настроили. Теперь нужно перейти в WooCommerce купоны. Но это купоны можно использовать как промокоды. У вас, например, есть для определенной категории людей скидка, да, допустим, называется купон, допустим, это сейл. Вот мы перешли в купоны, создайте свой первый купон. Тут все очень просто, я быстренько покажу вам. Сейл, допустим, сейл, да. Описание, если нужно, можно сгенерировать код купона. Здесь выбираете фиксированная сумма на товар или на сумму корзины, процент скидки, сколько. Ну, мы будем 10% скидки. Величина там 20% скидка, то есть идентификатор, проценты или рубли не ставим здесь. Разрешаем бесплатную доставку, разрешаем, дата окончания купона, если нужно. В ограничении использования переходим, минимальная сумма заказа, на которую распространяется, максимальная, на которую распространяется. Ну и тут все понятно, товары можно исключить, категории товаров можно исключить. И лимиты, сколько можно пользоваться данным купоном, устанавливать и опубликовать. И все, на этом настройка купона завершается. Тут все очень просто, тут ну просто логично, даже если предположить, тут все ясно и понятно. На этом настройка доставки, то есть на этом настройка функционала интернет-магазина завершена. На следующем уроке мы с вами подредактируем дизайн и уберем все косяки.